ефірі спеціальний випуск програми «Новини» у студії Наталі Ігнатенко. Вітаю вас. У минулую ночь на території Гомельської області пройшов циклон «Емма». Нечаканістю гэта не стало. Синоптики загадя попередили об несприяльних умовах надвор'я. «Емма» принесла на територію регіона снігопади. Циклон прийшов до нас з повдня. Зародився ён на Балканським полуострові. Епіцентр на території Білорусі прийшовся на Гомельську область. По території регіона пройшли моцные снегопады. Литерально за 6 годин, якія протягивались основные опадки, у районах в области выпало от половы до декадной нормы. Больше за всех досталася Василевичам и Мазыру. Там за сутки прирост снежного покрыва склал 12-13 сантиметров. На остальных территориях от 6 до 9. У остальной территории это где-то в пределах средних многолетних значений, это прирост высоты снежного покрова за сутки. А вот в Василевичах и Мозыре здесь 12-13, это почти в два раза больше средних многолетних значений. Значительно увеличилась высота снежного покрова, и в основном по области она составила от 18 до 22 сантиметров. Больше всего высота снега отмечается в Василевичах. Там на данный момент 24 сантиметра. До речи, зараз «Эмма» покинула территорию Гомельской области. Сегодня опадки протягнутся, але яны будут не такие моцные. В ближайшие дни на смену циклону прийде антициклон. Температура поветра понизится, опадки будут назираться только у некоторых регионах. Згодна с оперативной информацией областного управления МНС, за моцных снегопадов у регионе порушено электрозабеспечение больше как 30 населенных пунктах. Аварийные отключения отбылись в 6 районах. Бригады «Гомель-Энерго» ведут активные работы по обновлению электрозабеспечения и выявлению магчимых новых аварийных участков. Про наступствы моцных снегопадов на Гомельщине наш наступный сюжет. Згодно з оперативними даними, на уборку снігу на Гомельщині сьогодні вийшло каля 600 одинок спецтехніки. Основна увага – розчистити дорог. По великим рахунку, гэта сьогодні саме головне – безпека руху. По гэтай причині, до речі, предприємствам рекомендовано по максимуму обмежувати кількість грузових автомобілів, які працюють у населених пунктах. А проча того, до 18 студзеня заборонена перевозка груп дзяцей. З 8 годин раніцы за ситуацией на дорогах сочаць супрацоўнікі дзяржаўтаінспекцыі. Спеціальний план снежные заносы. Согласно данного плана предусмотрено выставление нарядов дорожно-патрульной службы на основных автомобильных дорогах Гомельской области. Это направление Минское, направление Могилевское, направление Брестское. Значит, данные посты будут нести службу в круглосуточном режиме. А проча техники жилево-коммунальных организаций на уборце снегу задейничана и спецтехника інших предприемств. Неких значных проблем с организацией работ не возникало. Бадай одиное, на что скардятся водители грейдеров, великая колькость приватных машин на ускрайках дорог. Здається, об снегопаде ведали усе, але свои авто на проездной часы покинули. Что тышится аварий на энергосетках, то яны так само есть, хоть назвать их массовыми нельга. Имеются сведения об аварийном отключении электроэнергии в 34 населенных пунктах 6 районов Гомельской области и город Гомель. В том числе из них два здания сельскохозяйственного производства, в том числе две фермы, 24 трансформаторные подстанции. Ведутся работы по восстановлению электроэнергии, и в связи с этими условиями хотелось бы порекомендовать нашим гражданам не выходить на улицу, постараться не выходить на улицу. Если вы ходите на улицу, сообщать своим близким. У агроградку Урыцкая Гомельского района на уборку снегу вышли мясцовые жыхары. Правда, тут никаких проблем не бачать. Были, кажуть, часы, коли снегу выпадало значно больше. Урэшце дороги у любым выпадку будут очищены. Зато есть надея, что летом у колодежах з'явится вода. Летось это было великой проблемой. В трех населенных пунктах, таком как Красный Маяк, поселок Барок, Островы, из нескольких колодцев ушла вода, они просто были пересушены. Поэтому после инвентаризации этих колодцев Гжубомельский райжилкомунхоз определился, те колодцы, которые восстановить нельзя, вода ушла безвозвратно, будут тампонироваться. Ну а те, что можно почистить, конечно, чистятся. Конечно, снег сегодня – это как благо. Он просто необходим нашим сельскохозяйственным предприятиям, которые у нас на территории имеются, потому как озимая урожайность – все зависит от того, от высоты снежного покрова. Олег Сенцюров, Ольга Коновалова, Валера Гапанько, телерадиокомпания «Гомель».
Жилёво-коммунальные службы региона переведены на узмоцненный режим работы. Усяго на борьбу с наступствами циклона вышло больше, как 3,5 тысячи работников коммунальных службов. Задейничано свыше 200 одинок уборочной техники у Гомеля и каля 130 по области. Как поведомили у керавництве жилёво-коммунальной господарки Гомельской области, особливых проблем при ликвидации наступства снегопадов не возникает. Дороги, тротуары, пешеходные переходы оперативно очищаются от снега. Усе супрацовники были подрыхтованы до узмоцненного режима работы загадя. Проведены отповедный инструктаж, заготовлено несколько тысяч тонн песчано-соляной сумеси, выведена спецтехника. Супрацовники жилево-коммунальной господарки в области готовы при необходимости приступить до работы и завтра. Складанности возникают только при уборце дворовых территорий. Если граждане желают оказать посильную помощь, пожалуйста, обращайтесь в дом управления по месту жительства. Там имеется запас инструмента. То это в основном лопаты. Обращайтесь, берите, присоединяйтесь. И на этом пока все. Протягивайте сачыць за подеями разом с нами. Наступный специальный выпуск новин углядите у 15:30 на телеканале «Беларусь-4 Гомель».